Я его использую в целях повышения личной эффективности для недельного планирования. А его очень удобно использовать. Если какое-то мероприятие меняется, мы получаем уведомление. Ссылки на все документы, на все протоколы, на все отчеты. Там все открылось. Вот я использую два основных инструмента. Добрый день, услышал в одном из ваших видео, что вы пользуетесь электронными приложениями для планирования, которые также удобны, как Богушбук. Буду рад, если вы подскажете название таких приложений. Богушбук – это органайзер, бумажный органайзер, потрясающий. Его очень удобно использовать. Если вы любите писать, если вы любите такие бумажные приятные штучки, это очень хорошо. Так, по вопросу, чем я пользуюсь? Мой основной инструмент планирования у меня два. Таблицы Google и Google календарь. Вот я использую два основных инструмента. Почему таблицы Google? Потому что они позволяют мне легко писать планы на день, на неделю, долгосрочные планы. У них нет определенной структуры, я сам могу задавать структуру. Там я занимаюсь, скажем, долгосрочным и среднесрочным планированием. Краткосрочное планирование на неделю я использую Google календарь. То есть буквально все, что мне надо сделать, я ставлю в Google календарь. И приучаю всех своих сотрудников к этому. Это очень удобно, особенно когда работает группа людей, Google календарь дает потрясающие возможности, потому что я вижу, когда они заняты, они видят, когда я занят, они видят, чем я занят. Если они хотят предложить какое-то решение, опять же, они сразу предлагают какое-то время там и все такое. Там есть уведомления встроенные, если какое-то мероприятие меняется, мы получаем уведомление. У меня есть в отношении Google календаря такое правило, например, что ссылки на все документы, на все протоколы, на все отчеты, на все, что связано с какой-то встречей, должны быть прямо в Google календаре, чтобы я на него кликнул, бац, там все открылось и так далее. То есть у нас есть много таких всяких фишек. Сегодня Google календарь потрясающе интегрируется с Google Meet для видеовстреч, с Zoom великолепно интегрируется. И поэтому основной инструмент, вот у меня на компьютере всегда открыт Google календарь. Плюс открыты другие документы, над которыми я работаю, но Google календарь открыт всегда. Это такой вот прямо основной инструмент. Но это инструмент, я его использую в целях повышения личной эффективности для недельного планирования. То есть мой календарь на неделю, ну реально на 2, на 3, он очень актуален. Но что касается на 10 лет, на год, на несколько месяцев, для этого использую электронные таблицы Google. Для того, чтобы трекить тайминг, потому что у нас в компании трекится тайминг у всех сотрудников. Это очень важный инструмент. Во-первых, самому сотруднику позволяет понять, чем ты занимался, на что ты сжег рабочее время. Во-вторых, у нас очень много позиций, где мы платим по часам, по проектно. И поэтому мы трекаем время, мы используем тайм-доктор. А для персональных целей, когда мне нужно персонально трекить время, я использую приложение на айфоне, называется оно A-Tracker. Вот, собственно говоря, и все.